могу разобраться. Очень много проводов. Очень много будет. Шатер. Оставим какую-нибудь парочку. Мне кажется, понятно. Ты еду так себе спокойно, раз возле поста меня останавливает милиционер, говорит, пройдите на пост. Я говорю, а в чем дело? Он говорит, вам там все объяснят. А я еще такой говорю, там движение же идет. Я ему говорю, машины, все. Он говорит, я вам сейчас остановлю. Останавливает так, я так чинно прошел, прохожу на пост, меня там встречает гаишник, открывает дверь, причем с поста, проводит в комнату сразу вот так. Говорит, проходите. Я говорю, ну, говорю, чем обязан-то, собственно? Он говорит, ну вот вы превысили там скорость и так далее, у нас есть на компьютере снимок, все. Говорит, хотите покажу? Я говорю, да нет, нет. Говорит, зачем формальности? Я говорю, ну на месте-то можно штраф заплатить? Он говорит, ну если, говорит, без злобы. Я говорю, ну какая злоба, раз ему столик отдаем. Он, все, спасибо, с Новым годом там все. И опять я выхожу этому, говорю, говорю, ну обратно, говорю, давай к машине меня теперь, веди. В тот раз опять движение перекрыл, я так прошел к машине, сел так и поехал. Вот так. Хлеб идет. Хлеб пришел. Громче можно, можно сделать громче. А мы колдуем. Че, не твой нос. Я вошла. И все упали. Следующий. Ранец живота.
Слушай, вот отдельно. Да с ними. Отдайте, пожалуйста, диск Жаки. Конечно, нам так будет. Вот ты, подряд. Володь, скажи, он сделает. Я прошу секунду внимания, чтобы... Но остальных, тех, кто не завоюет это вожделенное первое место... Вы не переживайте, кто проявит инициативу, получит по заслугам. Какие-то энергетически мощные структуры, которые соответствуют тому или иному животу. Следующий год, это год желтого зайца. Вот я вижу здесь, правильно делает. На самом деле это очень серьезное животное. Вы не думаете, что это какой-то вот такой там, или кролик тушеный, или трусишка зайка серенький, который... На Луне сидит небритовый заяц. Заяц. Так что здесь очень много таких каких-то вот интересных мистических совпадений. Как говорил Антон Павлович Чехов, все болезни проистекают от двух вещей. От вольнодумства и от дурной атмосферы в животе. Вот. А вольнодумство, ну что, я постараюсь по мере своих возможностей как-то вот ваш этот порыв немножко организовывать. Мне вот поручили, я не знаю, раньше это называлось каким-то простым русским словом, «массовик затей». Появлялось лицо всеми знакомого человека, и он поздравлял весь наш народ с праздником новогодним. И вот я хочу предоставить слово нашему замечательному, уважаемому, дорогому, любимому всеми. Дорогие россияне и россиянки! Я прямиком к вам пришел прямо из больницы, чтобы поздравить вас с этим замечательным праздником. Рожалочка, вы попозже поздравите меня, а я сейчас вам. Некоторые, понимаешь, называют наше нынешнее положение кризисом. Я в корне не согласен с такой постановкой вопроса. У нас сейчас рубеж, а дальше впереди светлая жизнь, наполненная благосостоянием. Россияне, давайте вместе смотреть светлое будущее.
внутренней подготовки, я буду. Я считаю, что надо в перемешку, потому что какое-то несоответствие, понимаете. Здесь мужчины, там женщины, надо как-то вот. Вы меня понимаете. Победа будет за нами. Название. Как? Вы слоны, а вы? Гиппопотамы. 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 Слоны с гиппопотамами. Да. Так, и конкурс первый. Я сначала буду объяснять, а потом вы будете сами делать. Конкурс, ну я бы сказал, ворошиловский стрелок можно его назвать. Но это надо на меткость. Вот это как бы у нас будет пистолет. Пистолет. Ну как бы. Как бы его нужно вот так вот привязать. А да, я забыл, что еще нужно двух участников из вас выбрать. Вы пока выберете, а я покажу. Привязать вот так вот, по два человека от каждой команды. Вот, вот это у нас как... Мишень вот так вот ставится. Мама, папа и дети, о! Кроличья семья. Команды Гиппопотама. По-моему, не на политической позиции. Слоны, продемонстрируйте свои достижения. Опять слоны. Ура! Конкурс называется «Адам, Ева и Змеи». Мы занимаем место в партнере. Надо съесть вдвоем. Вдвоем. Съесть. Каждый свое. Свое. Нет. Кстати, потом поверим на кишечную палочку. Володя, блин. Ну-ну-ну. Давай, скорее, скорее. Конкурс очень простой, но...
Ваши версии. Титаник. Лесоповал. Лесоповал на Титанике. Так, следующая версия. Гринпис в действии, да. Это, значит, они Титаник завалили в 12 году. Следующая версия. Не, пока близко, но не точно. Отелло. Отелло промахнулся. А? А, Акела промахнулся. Отдельный нож, правильно. Теперь их судьба... Следующим номером нашей программы выступал фотоаппарат. А, нет, вру. Мешок с подарками. И, наконец, последним под номером 2 выступал консервный нож. Нет, консервный нож был самый яркий. Самый сложный, кстати, и ребята очень... Опять царь пушку. Сменяя мечты, уносятся в осенние пассажи, отцветшие со временем листы, распускаясь, шумя скрывали все в своей синеве. Осень уходящих дней, словно в памяти моей, тот неясный ход в первый хрупкий лед. Осень уходящих дней, яркий бархат полей и огонь цветов, как последний зов. И лишь тревожит хрупкое земное прохладные воздушные ключи. Осень уходящих дней, вечер лучший друг тени, обозначил сам ветви к небесам. Осень уходящих дней, за стеной всех дождей, веришь, будет вновь время всех цветов. Обещание, обещание, что не забудешь ты меня. Скажи ты мне, что любишь меня, что любишь меня. Скажи ты мне, что любишь меня. Живых людей зажигаются яркие елки у хороших людей. За столами светло и тепло,
нехороших людей. Сели страшные серые волки, и следы тех волков новогодней пургой замело. Но еще в прошлом году нехороших людей развезли уже черные волки, а хороших людей замели еще в прошлом году. Прославляю тебя, новогодняя звездная полночь, серпантины твои, яркий блеск мишуры и конфет. А когда мы устанем, придет незаметно на помощь незнакомого года таинственный первый рассвет. Я хотел бы эту вещь спеть, потому что она написана как раз под впечатлением от таких четких и оперативных мер, к чему, собственно говоря, в первую очередь, наверное, и учат школы Венчун. Песня о короле. Когда давно жил король, один объездил весь мир, и много он видел, оставив престол, и бранное поле и пир, различные земли к нему своих посылали гонцов, где добрый хозяин, где волк, а где блуд. Ему предлагали свой кров, а где он знал про себя, вечно права судьба. Горе жизни моей, высоки, ну и пусть, если помыслить возьму, скал. Был в душе он король, на вышне бедняк, впрочем, это, наверное, пустяк. Мирный блеск, верный конь, мягкий струн и перебор, и открытый бескрайний взор. Впереди далеко путь лежит без конца, щедрый друг храбреца. Раечка, давайте идите отсюда. Уже все в порядке, все тут уже убрали, все нормально. Рая, все. Я тебя больше с собой не возьму принимать главные государственные решения. Так, убери. Вот где проявляются настоящие чувства. Вот. Лена. И нас здесь не причем. У свиней вообще носов нет. Подожди, опусти и наклонись. Отлично. Наклонись чуть-чуть. Хорошо. Слоны совершенно любимые элементы работы. Приказываю прекратить это безобразие. Или опустили руки. Вот, считаем. Так, Лена, где вы? Поднимались первые руки. Победила команда слонов. И мы их награждаем.
норовит пожать. Лен, он злобный. Но мы намазаны всем сейчас. Она актриса и артистка. На самом деле она исполнительница романсов, оперных арий, популярных песен. Значит, выступает Лена Лукьянчикова. Подождите, у нас тут не приглашение на казнь, а у нас праздничный вечер. Вы начитались, те, кто знает слова и музыку, могут подпевать или... Хорошо, не будем. У меня большая просьба танцевать вместе со мной. Песня грустная, но танцевать весело, пожалуйста. Чтобы не интерпретировать меня, не иллюстрировать. Может, дать это самое. Ну, пожалуйста, вставайте. Ты начни, чтобы мы знали. Ну нет, так неинтересно. Начни, а потом давай до конца дам. Уходи. Дирижерская палочка. Так. На три вы все встаете, идете танцевать. На три что? С кем? С кем тут танцевать? Подарочек для вас. Раз. На три. Кричат птицы за окном, да рай мой, рай. Бродят тени вечером, да рай мой, рай. Эй, 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 подождите, я забыла слова сейчас. В сумасшедшем небе приснится, кричат птицы, на-на-на-на-на-на. Кричат птицы. Белый конь навстречу мчится, дарай мой рай. Пьет холодную водицу, дарай мой рай. Солнце в небо поднимает, дарай мой. Дети песни распевают, дарай мой рай. Два, три, четыре, пять, шесть. Выступает Алексей Федотов. Есть такой в зале? Каждого не минуют чаши. Здесь под студией висать до назад. Нужно просто стих. Просто стих. Просто стих. Белый. Автор Вайны Мария Рилька. Ой, себе идут. Да. Деревья складками коры мне говорят об ураганах. Но я таких посланий странных принять не в силах. Средь нежданных невзгод, в скитаниях постоянных, один без друга и сестры. Сквозь рощу рвется непогода, сквозь изгороди и дома, и вновь без возраста природа. В
дни и вещи обихода. И даль пространства. Как мелкий жизнью наши споры, как крупно то, что против нас, когда б мы поддались напору стихии, ищущей простора, мы выросли бы во сто раз. Все, что мы побеждаем, мало. Нас опьяняет наш успех, необычайность, небывалость, зовет бойцов совсем не тех. Так ангел Ветхого Завета нашел соперника под стать. Как арфу он сжимал ответа, которого любая жила струною ангелу служила, чтоб схваткой гимн на нем сыграть. Кого тут ангел победил, тот правым, не гордясь собою, выходит из любого боя в сознании и рассвете сил. Не станет он искать победу. Он ждет, чтобы высшее начало его все чаще побеждало, чтобы расти ему в победу. Не дано предугадать, как слово наше отзовется. И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Федор Кузьмин. Подарок хочу. Вот нету. На то и меньше мой алмаз гранитной черной глыбы, чтобы дороже во сто раз его ценить могли бы. Посвящается маленьким женщинам. Поздравить с Новым годом выдающийся ленинец, пятижды герой Советского Союза и социалистического труда, маршал бывшего Советского Союза Леонид Ильич, дай Бог памяти, Брежнев. Да. Все съюжились почему-то. Времена-то какие-то. Что такое хуже? Времена тяжелые. Дорогие товарищи, с чувством глубокого удовлетворения ознакомился с сидящими здесь и твердо ведущими по пути самопинания, самопознания и саморазмытия, саморазвития от лица членов лица, членов лица Политбюро, разрешите принести мое поздравление и пожелать счастья, здоровья и творческих узбеков, успехов на пути измучения, изучения глубоких глубин нашей глубокой души. Ничего не понял. С Новым годом! Предлагаю руку помощи в обмен на другие органы. Володя хочет от лица Брежнева выступить.
товарищи. У нас в Политбюро в последнее время намечается зерна маразма. Вчера на похоронах товарища Суслова, да, кстати, где он? Когда заиграла музыка, я первым догадался пригласить даму Наташу, его жену. Вот этой оптимистической ноте мы продолжим наш сегодняшний праздник. Итак, поэтому я прошу вас всех поприветствовать нашего предоставить ему, скажем так, слово. Часто с вами теперь общаюсь. Просто мне очень хорошо с вами. Так. И есть принцип игры в стих буриме. То есть когда из зала дают какую-то реплику или слово, и сочиняется импровизация стихотворения. Я попробую. Значит, максимум внимания, вы в этом тренируетесь. Да, никакого движения просто. Никто не ходит, все сидят. Ребят, попробуем, я попробую импровизировать. Значит, я что-то играю, какой-то кусочек, и реплика или слово, или определение, или два слова. То есть, чтобы я мог на это слово действовать. Что происходит в новогоднюю ночь? Я играю, и вы просто почувствуете, что я уже исчерпываюсь, и дальше, да? Посыл, дальше какое-то слово, вот я попробую это играть. Так, новогодняя ночь.
половине стола. Непрошенный гость. Упала елка. Праздничает тост. Свет отключили. Жена из души вышла. Свет включили. Духовки. Духовки пожар. Целая толпа гостей в дверь. С собакой пришли. Который стола ворует. Грудной ребенок. Открывание новогоднего подарка, который гости принесли. Любовница позвонила. Жена спрашивает, что первое подавать. Ha ha ha!
деньги, блин. Телевизор объявили начало войны. Телевизор не работает. Гости дерутся. Инопланетянин пришел в комнату. Все еще приехала в гости. Так много чего. Изобретательнее. Собака залезла на стол, села в горячее. ФБРовцы. Наручники уводят с собой. Белоснежка, семь гномов. А и еще раньше, в детстве, я видел Шекспировский театр в Питере. И настолько был переполнен своими какими-то чувствами, и театр меня на мальчишку подействовал так, что мне хотелось в лицах все проиграть и показать. Незнакомый английский для меня был. И как была такая тарабарщина. Уже позже, занимаясь театром, я узнал, что в бильярд это игралось. Игралось, когда не выучивались роли. Не выучивались роли и, переезжая из провинции в провинцию, комедианты бильярда играли за такую тарабарщину, кичи язык. Итак,
Белоснежка 7 баллов. I don't find spine killer to be which is large. It's a fair science and my red cloth. It choose a man have said this is my fault. We have quite more. I can't. Yes. Yeah. What? Oh, ye hats, you hat my mind, and if you stairs before me. I do not count on it. Every phone and task went for the cap, top right, water bill, Why?
Детский подарок. О! Это тоже подарок. После этого попробуйте со мной поспорить, что чудеса бывают только в сказках. Пожалуйста. Человек вышел, сотворил чудо. Ну, по старинной русской традиции, мы поздравления сейчас не будем слушать. Но как-то вот, чтобы народ не засиделся, мы приглашаем всех танцевать. Наш вечер пока еще не завершился, но я предлагаю просто немножко всем... Ну, на фоне вот этого...
Пожалуйста, вот посмотрите на этих сумасшедших людей. Посмотрите на они все время в обсуждении творчества. А мы праздник. Даже праздник. А мы праздники тоже творчески организуем и наполняем содержанием. Сейчас мы это покажем. Поэтому надо просто смотреть. Не забывай меня, нечаянная радость. Борту гудят, отмечения весела. Я помню, как она сквозь слезы рассмеяла. Все остальное меня сквозь годы доносило. Мы были молоды с тобой. Минуточку внимания, я с вами... Отгадывают зрители. Они вот, они втроем изображали два слова. Я не знаю, как втроем можно два слова изобразить. Итак, ваши версии. Ну? Шампанское было и бомбардировка Ирака. Ты его не сбивай. Нет, были, были, были. Вот, они тем более все неправильно сделали. Давай еще что раз. Что это было? А, мы обознались. Они обознались. Она никогда не стреляла. Она никогда не стреляла. Аврора, что ли? Ну почти. Рядом. Она все время. Какие версии? Быстро, быстро. Это был сон. В общем, это была Аврора, которая участвовала в бомбардировке Ирака в 1917 году, но при этом никогда не стреляла. Это был Итак, сон царь пушки. Сон царь пушки. Новогоднюю ночь. Итак, следующий. Это Ленин.